Мы сегодня проводим наше очередное заседание Балканского семинара, и оно сегодня у нас, как обычно, международное. Наш сегодняшний гость, наш болгарский коллега, многим известный, кому неизвестный, то я думаю, что будет интересно познакомиться. Воин Бажинов, кандидат наук, научный сотрудник Института исторических исследований Болгарской академии наук, который сегодня поделится своим взглядом на международный проект «Инициатива трех морей» и рассмотрит его как фактор европейской политики. Воин, пожалуйста, вам слово. Добрый день, Ольга Евгеньевна. Вы слышите меня? И видите, да, да, слышим. Хорошо, да. Все в порядке. Ну, в старых традициях надо сказать, говорит София. Всем привет. Хочу поблагодарить вас, Ольга Евгеньевна, что вы меня пригласили на этот саммит, на этот семинар. Мне будет очень приятно почитать несколько страниц. Ну, и если потом у вас есть каких-то вопросов, ну, переходить на дискуссию, я думаю, что это желательно, чтобы понять друг друга, мнение, которое у нас есть. В общем, вы знаете, в дискуссии рождается правда. Ну, так, надеюсь, в общем. Хочу сказать, что я очень много сожалею, что контакты между нами осуществляются через интернет. Мне бы очень хотелось, чтобы вы побывали здесь, в Софию, чтобы я побывал в Москве, в Москву. Но, к сожалению, то, что становится сейчас, это кошмар. То, что между нами нет возможности нормальных человеческих контактов. Остался только интернет, но давайте воспользуемся интернетом, пока еще его есть. Так что, потому что наших западных друзей можно и это, могут и это запретить. Так что, дорогие друзья, ну, позвольте мне поделиться с вами некоторые мои взгляды на инициативу «Три моря». Ну и, как сказал, мне бы было очень приятно, если потом сделаем небольшая дискуссия и обменять мнение о том, что для вас представляет эта инициатива и что думаете о мой взгляд. Конечно, это будет только мой взгляд. Я беру ответственность за свое мнение. Ну, дорогие друзья, дорогие коллеги, после раскола между православными и католическими церквями, произошедшего в 1500 четвертый год, в европейском, а через несколько столетий и в мировом масштабе уже четко было различимо разделение в христианском мире на западном и восточном. Это деление есть не только различие в религиозном восприятии мира, в культуре, в быту. Оно превратилось столкновением цивилизации, столкновением между двумя представлениями о человеческом существовании на этой земле, о роли личности в обществе и о целях и задачах самого общества, будь оно было светским или религиозным. В силу ряд исторических причин, в первую очередь турецкого вторжения в Европу и падения Византийской империи под властью султанов, западная религиозно-политическая концепция начала доминировать, но она не победила. Таким образом, европейская и всемирная история со времен великих географических открытий до наших дней протекает при своеобразном государстве западной модели развития, которая, конечно, с течением времени приобретает ряд метаморфоз и изменений, в то время как православная модель общественного движения остается более консервативной. Для этой доминации способствует и большой гибкости западного образа жизни, имея возможность пользоваться неограниченными ресурсами благодаря колонизации.
начавшийся именно с великих географических открытий. Процесс, который начался из-за стремления найти именно больше ресурсов и разбогатеть. А отсюда моделированное общество потребления. Тенденция, длившаяся веками и достигшая сегодня ужасающих масштабов. Ну и так, после исчезновения Византийской империи, по словам одного историка с нашего полуострова, Балканского полуострова, она продолжила свое духовное политическое существование через русское государство, ставшее Третьим Римом. Политическое учение, превратившее Россию в реципиент восточной православной традиции, как в духовном, так и в политическом плане. Иными словами, правители вся Русь, помимо того, были наследники византийских василевств, стали еще и прямыми противниками западной социальной модели, воплощенной, например, Тевтонским орденом, Великим княжеством Литовским, Королевством Польским и так далее. Это политическое и духовное соревнование выявились в открытом столкновении времен Петра I, когда русский правитель не только обрел императорский титул, ну и что, и это более важное, дал запрос на то, что Россия будет великой державой. Она, Россия, несмотря на процессы вестернизации со времен первого российского императора и отсутствие духовного лидера, патриарха, остается носителем восточной православной традиции, которая уже выступила в прямой конфликт с западной военной мощью, ну, например, с лицом Шведской империи. Этот, скажем, контакт еще более обострился во времена Екатерины Великой, когда уже был выполнен запрос со времен Петра I о том, что Россия является великой державой. С тех пор появились и первые явные признаки доктрины сдержанной России и представление о ее как главной опасности для западной цивилизации. Будто это была имперская Россия, будто это была советская Россия, Советский Союз и Российская Федерация, нынешняя Российская Федерация. Здесь совершенно излишнее подробное упоминание таких лиц и событий, как Наполеон, Крымская война, Берлинский конгресс, Большевистская революция, Брестский мир, интервенция, Версальская мирная система, ну и, конечно, Гитлер. Все они проводились и существовали во имя победы над Россией. Ну, хорошо известные события после Второй мировой войны. Четкий рубеж между Западным и Восточным блоком, приведущий к так называемой холодной войне, в которой Запад одержал победу, ну, по крайней мере, производил впечатление о победе. Ну и о какой холодной войне мы можем говорить, когда, например, в этот период от времени умерли 3 миллиона вьетнамцев, например, или 20 миллионов половина корейцев. Это не холодная война, простите, это война. И хотя Советский Союз прекратил свое существование, это не остановило давление на его правопреемницу, Российскую Федерацию. Наоборот, неисчерпаемые природные ресурсы России должны были попасть под контроль Запада, а сделать это проще, чем было путем поощрения деструктивных процессов самой РФ. А когда эти процессы затянулись, а последствия были остановлены, ну, заморожены, вы лучше скажете, например, конфликт на Южном, на Кавказе, Северном Кавказе остановлен или заморожен, что станет, если Москва перестанет кормить Кавказ? Вы лучше меня знаете, будет ли там снова конфликт или не будет. Россия снова стала угрозой номер один для Запада, а давление на нее, в том числе за счет невероятного быстрого расширения НАТО и иностранного вмешательства в чувствительные для Москвы страны и регионы, в конечном итоге
привело к той ситуации, в которой мы находимся сегодня. Одним из ярких симптомов борьбы между Западом и Россией как носительница альтернативной политики духовной модели является реализация политической реальности инициативы «Три моря», возрожденной и адаптированной к новым условиям американской дипломатии в 2015 год от имени президента Польши Дуды и его хорватской коллеги Калинда Грабар-Китарович, говорят, самый красивый бывший уже президент в Европе. Здесь присутствие, конечно, польского государственного лидера имеет свое историческое объяснение. Идея Междуморья родилась среди польской интеллигенции в XIX веке. В ее основе стояла историческая память Речи Посполитой, когда польское и литовское государство простиралось от Балтики почти до Черного моря. Но Междуморье следует рассматривать как реакцию польской интеллигенции на господство России и, что интересно, в меньшей степени Германии, над польских земель, вызвала идею центральное европейское объединение против политики Санкт-Петербурга. После обретения независимости и исчезновения Германской, Австро-Венгерской и Российской империи, Варшава начала рассматривать Междуморье как гарантию Версальского статуква, составленного из русофобских и антибольшевистских государств, ну, которые были не русофобские, но антибольшевистские. Разница большая, как вы понимаете. Пилсудский видел в себе лидером некой федерации, которая была составлена из таких государств, как страны Балтии, где, конечно же, Польша, Чехословакия, Венгерское королевство. Ну, вы знаете, там очень особенный случай. Королевство Лест, коров нет. Там был регент Хорт. Как он был адмирал Австро-Венгерского флота, адмирал после распада Австро-Венгерской империи, как вы знаете, в Венгрии не было выход в море. Но он был адмирал, да. Ну, Венгрия, королевство Румынии, ну и королевство Югославии. Тоже очень интересный момент. Ну, сам Александр Караджорджи, вы знаете, он был в дворе Николая II, но его антибольшевизм был настолько велик, что до тех пор, когда он был жив, не остановились советские и югославские дипломатические отношения. Это было не только представление величия польской нации, но были сделаны и конкретные шаги по реализации Междуморья. Например, такие, как очень хорошие польско-румынские отношения, которые продлились до 1939 года. Другое дело, что у Гитлера были и другие взгляды на проблемы польских амбиций. Упоминание королевства Югославии также напоминает нам о роли госпожа Грабар-Китарович в нынешней инициативе «Три моря». Ну, Югославии больше нет. Двух вариантов. Ни королевской, ни Титовой Югославии. Они уже не существуют. Ну, а Сербия считается в Вашингтоне не для самой лучшей партнер западного общества. Потому привлечение Загреба к инициативе вполне логично, а также стратегически необходимо ввиду огромного хорватского побережья на Адриатике. А само Адриатическое море можно уже назвать вполне внутренним морем НАТО. Таким образом, геополитический треугольник Черное море, Адриатическое море, Балтика предельно четко определяется странами, как Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Австрия, Венгрия, Словения, Хорватия, Румыния и Болгария. Более того, президент Греции, это бывшая студия, очень приятная женщина, присутствовала на встрече Три моря в Софии
2021 год, что свидетельствует о возможном намерении Соединенных Штатов расширить инициативу через Грецию и во Восточный Средиземноморье. Таким образом, по оси север-юг будет проведена четкая линия, разделяющая географическую, но не только географическую, и политическую Европу на две половины. Вы можете представить себе на карту, как это выглядит. Здесь логично задать вопрос, каково назначение Триморья, инициатива Триморья. Первое и самое главное. Триморье – это прежде всего антироссийская инициатива, которая в связи с событиями на Украине будет приобретать все более важное значение. Это видно для каждого, который смотрит на карте Старого континента. Страны этого геополитического проекта должны служить санитарным кордоном между Западом и Россией. Они должны быть не только просто кордон. Территория этих стран должна стать плацдармом военного и экономического давления на Москву, которое обязательно будет поглощать все больше и больше российских ресурсов, что ослабит позиции Кремля в регионе. Это приведет к распаду государственного устройства и угроза территориальной целости РФ. Кроме того, страны Триморья должны брать на себе возможный ответ России, будто политический, военный или экономический. В сфере экономики это уже факт в связи с огромными трудностями с энергоносителями в Восточной Европе и беспредельной инфляции в этих странах, вызванным резким ростом цен на энергоносители. Ну, дорогие друзья, позвольте мне сказать что-то о родной моей стране. Здесь литр топлива, бензин 95, стоит евро 50 цент, например. Вот такие цены у нас. Так, во-вторых, следует указать, что страны Триморья перерезали сухопутную, а через свои морские просторы и водную связь между Россией и Западной Европой. Здесь, когда я говорю Западной Европе, речь идет о Германии, конечно. Тем более, после выхода Великобритании из Европейского Союза, англосаксам не нужна сильная Европа. Они ее никогда, кстати, не хотели, потому что она для них является конкурентом политически и экономически. Великий страх англосаксов состоит в том, что между Германией и Россией возможен какой-то союз. Это не имеет значения, какой будет он, экономический или политический. И, кстати, в это направление надо серьезно подумать о тезисе, что Гитлер был выталкиваем на восток. Этот тезис становится, может быть, все более и более правдивым. Дорогие друзья, представьте себе, какой будет кошмар для Вашингтона и Лондона, если высокотехнологичная Германия без проблем соединилась бы с бесконечными и дешевыми природными ресурсами России. Что будет тогда для англосаксов и мир? Поэтому российский газ не должен входить в немскую экономику. И одним из этих инструментов для постижения этого является Триморье, через которые блокируются российские поставки Германии. Поэтому Россия была вынуждена построить Северный поток 1 и 2 под поверхности моря, которые оказались легкой мишенью для англосаксов. Мы все это увидим. В-третьих,
обязательно и нужно указать на цивилизованный характер Триморья, а точнее его антицивилизованная роль. Видите, дорогие друзья, инициатива Триморья в основном состоит либо из славянских, либо из православных стран. Конечно, есть исключение, например, ну или Венгрия. А в случае с Болгарией речь идет о исключительном славяно-православной культуре и обществе. Также необходимо отметить тот факт, что в Латвии и Эстонии проживают компактные массы русских. Я не называю их русскоговорящими, а называю их русскими. У нас говорят русскоговорящие. Нет, это русские. Да, многие из этих стран, будто православные или славянские, были враждебны к России. Но были и периоды, когда они были союзниками. И среди части их населения существовало, а может быть и существует, сочувствие к русскому народу. Приморье вместе с НАТО и Европейский Союз являются те инструменты, с помощью которых связь с Россией будет полностью разорвана, чтобы гарантировать американское влияние на Балканах, Восточной и Центральной Европе. Ну, антироссийский контекст Приморья может выразиться и в другом обстоятельстве, в другом направлении. Возможное участие Греции в инициативе также может превратить ее в барьер, я имею в виду ее инициативу Тиморья, в барьер для тюркского влияния, особенно в Черноморском регионе. А что, на свою очередь, выгодно Болгарии, это надо сказать в правом тексте. Сегодня на Западе есть широко распространенное мнение, что Анкара и Москвы являются союзниками. Так ли это на самом деле, это отдельный вопрос. Ведь такой союз чрезвычайно похож на дружбу Ленина и Мустафа Кемаля. Дружба, от которой Россия оказалась в проигрыше. Ну, если у вас есть знакомых армян, ну, надо попросить их, почему Арарат находится сейчас в Турции. Это именно из-за Ленина. Вот опасаюсь, что такой дружбы, современной дружбы с Турцией, будет стоить что-то такое. Ну, увидим. Поживем, увидим. С иными словами, через Триморье можно оказать давление на Турцию, что имело бы прямое влияние и на Россию. Нельзя не обратить внимания на польскую активность на Триморское направление, особенно после российской операции на Украине. Напомню, что президент Дуда и премьер-министр Мазурецкий настаивают перед Вашингтоном на то, чтобы Киев стал полноправным членом Триморья. Я воспринимаю этот как конный билет для украинцев в НАТО и в Европейском Союзе. А до сих пор Вашингтон не воспринимает инициативу в Варшаве с такой опомб, потому что Соединенные Штаты очень хорошо знают, что возьмут на себя гарантии, которые не смогут выполнить. И это пошатнет их авторитет, особенно среди некоторых крупных европейских стран, например, именно как Германия, ну и Франция, где очень сильное антиамериканское настроение будет. Ну, дорогие друзья, идем к один очень деликатный момент в личном плане для меня. Это вопрос о том, что делает моя страна Болгария в этом инициативе. Что делает Болгария в Приморье? Ну, очень трудно говорить про это. Ну, инициатива используется внешними и внутренними политическими факторами. Здесь Болгария внутренняя, ну и, конечно, внешняя политическая. Ну, 19-21 октября, два года тому назад, наш президент Румен Радев находился с официальным визитом в Эстонии по приглашению эстонского президента. Имя очень трудное. Кауу Вам Ит. Извините, очень. Ну, будем называть бывший президент Эстонии сейчас уже.
И сообщением болгарского президентства стало известно, что Рада примет участие в инициативе «Три моря» и проведет встречи с высшим руководством Эстонии. В Таллине к Радеве и эстонского президента присоединился польский президент Дуда. Все трое провели совместную видеоконферентную саммит связь с другими президентами и стран-участниками инициативы, включая и шеф Госдепа Майка Помпео. А после мероприятия президент Радев принял от эстонской стороны очередное проведение саммита «Три моря» здесь, в Болгарии, в Софии, как я говорю. Бывший эстонский президент передал ему голубой флаг, на который были, так было видно, четыре латинские буквы «Сейс» – «Моря». В чем здесь проблема? В вышеупомянутом геополитическом пространстве Болгария как-то не вписывается. Россия имеет неоднозначную роль в историческом развитии болгарской нации. Да, она освободительница, восстановившая нашу страну. И несмотря на последующие споры, например, по македонскому вопросу и поддержка антийской России, потом Советского Союза, антиболгарская теория македонизма, у России остается довольно положительный образ в нашем обществе. По этой причине уже более 30 лет всячески насаживается негативный образ все русского. Но, к сожалению, для тех, которые делают это, результаты их деятельности не так однозначны. Это, кстати, понимают и американские аналитики, которые, видимо, советуют свое начальство использовать Болгарию в качестве, я подчеркну, второстепенной базы для американских вооруженных сил, расположенных на Балканах. Я напомню, что США разместили радиолокационные базы и ракетные установки, которые прикрывают Балканок, в Румынии, а не в Болгарии. Только небольшие соединения американской армии остаются в нашей стране, а болгарские порты используются в МС США для материально-технического снабжения, а не как стратегические центры. Это обстоятельство говорит о недоверии Вашингтона к болгарам как нация, хотя болгарские политики уже давно, образно говоря, находятся в кармане Госдепа. Из всего, что было сказано до сих пор, можно отметить, что «Три моря» – это еще одно мероприятие, необходимое для перевоспитания болгар. Я уже упоминал о встрече с Софией, которая состоялась летом 2021 года. Ну, наряду с ней крупные болгарские СМИ, находящиеся под полным американским контролем, развернули широкую антироссийскую кампанию, убеждая общественность в том, что в инициативу будет вложено 650 миллиардов евро, без уточнения, на что они будут потратить. В целом, однако, болгарское общество относилась к происходящему без интереса. А если таков и существовал, то он был направлен на попытку рекламы со стороны президента Радева. Он сегодня является самым мощным политическим фактором у нас на данный момент, да? который использовал встречи, чтобы подчеркнуть свои хорошие отношения с американской стороной. Это также стало одним из причин, по которому эта встреча была давно забита болгарами, которые борются со своими повсеместными и повседневными проблемами, на решение которых обещание 650 миллиардов евро не рассчитано. Ну, дорогие друзья, позвольте мне сказать как заключение, что да, Вашингтон постигнул свою цель в холодной войне, так называемой. Советский Союз распался.
И это создало вакуум, который сейчас должен быть заполнен. Ну, часто можно слышать от моих коллег из России, кстати, в общем, так в разговоре, вы нас предали. Я иногда слыхал это. А я всегда отвечаю, не, мы вас не предали, нас предал Горбачев. Бушу старшему в марте на аукционном лайнере Максима Гор, имени Максима Горького. Он сказал, берите, они для нас лишний груз. Ну и что, что Зева Буш старший брал? Вот было любезное приглашение, отказаться не зря. И с тех пор мы находимся в западной сфере влияния. Ну, Горбачев перво предал нас, а потом предал вас, свой собственный народ. Ну, страны бывшего социалистического блока, уже часть НАТО, часть Европейского Союза, и являются практически плацдарм американцев против России. А Триморье, инициатива Триморье является вторая гарантия американской монополии над Восточной Европой и этносанитарный коридор. И да, Соединенные Штаты создали этот коридор, чтобы не допустить этот геополитический кошмар, сочетание дешевых российских природных ресурсов и высокой технологии, и та часть Европы, которая обладает высокой технологией. И сегодня приходится каждому обычному гражданину Европы расплачиваться для этой американской амбиции. Ну, это было все. Спасибо для внимания. Спасибо большое, Войн, за то, что вы довольно интересно изложили свою точку зрения и предысторию этого международного объединения. Вот у нас там в чате уже была запись, посмотрите, пожалуйста, Александр Сергеевич написал по поводу межвоенного периода. Не представляется ли вам, пока вы смотрите, что этот проект Триморья, он нужен, ну, я бы сказала, не столько для того, чтобы создать какой-то антироссийский пояс. Ну, мне представляется, что этот пояс и так есть, и он создается и другими средствами. А он нужен скорее для народов тех стран, которые в него включены, чтобы убедить их, что они выполняют некую миссию, что их экономические, политические жертвы, они не напрасны, они чем-то обусловлены, они имеют какие-то цели. Вот у меня складывается такое впечатление, что это больше некая пиар-акция для этих стран. Как вы думаете? Или все-таки там есть какие-то конкретные мероприятия, которые говорят, что это нечто более действенное и практичное? Я сейчас... Да-да, вы можете начать из комментария, который был в чате, можете ответить на мой вопрос, как вам удобнее. Я говорю через телефон, и вопрос не могу видеть. Хорошо, тогда мы вам его прочитаем. Да, я только успел прислать моя позиция, которую я дал в СМИ год назад. Ну, может быть, вы тогда пока ответите на мой вопрос, а я вам потом прочитаю, что написано в чате. Да, конечно. Ну, знаете, от имени гражданин других стран я говорить не могу, но я могу говорить о своем имени, как гражданин Болгарии, ну и гражданин Европейского Союза, кстати. Да, то, что я упомянул в докладе, это инициатива для перевоспитания болгар из ментального точки зрения. Эта инициатива имеет то цель, что поменять наш генетический код.
И на это были потратены очень много денег и медленное время тоже. И теряется, кстати, это продолжается. Никто никакой материальной или политической выгоды из инициативы Триморья здесь не видит. Каждый разумный человек, конечно. А те, которые постоянно рекламируют инициативы, ну да, они участвуют в многомиллионные проекты, и это довольно, и довольно хорошо зарабатывают на это. Но обычный человек, я уверяю, пока остается весьма так, как сказать, невоодушевлен от этой инициативы. Но, к сожалению, кто слышит обычный человек? Нигде его не слышит. Его голос, голос спасти. Да, понятно. В общем, наверное, я правильно поняла вашу мысль. Да. Вот в чате Александр Сергеевич написал о межвоенном периоде. Вот у него такой комментарий. Страны Центральной Европы в условиях Версальской системы раздирали непримиримые территориальные противоречия. Венгрия потеряла в 2020 году две трети своей территории, оказавшейся во владении Румынии, Чехословакии и Югославии. Неужели Пилсудский не понимал, что объединить в одной упряжке Венгрию с Румынией и Чехословакией было совершенно невозможно, независимо от цели такого объединения? Для венгров ревизия Трианона стала главной целью внешней политики, а для их соседей, соответственно, главной целью стало противодействие венгерскому иррединтизму. Противоречия стран региона между собой были сильнее их противоречий с большевистской Россией, которую в конце концов признали к 1934 году все страны, при этом пытаясь периодически разыгрывать советскую карту против своих региональных противников. Да, это точно. Вот и потому инициатива Междуморья не состоялась. А, кстати, венгерский случай очень похож на болгарский. А Болгария тоже была на стороне побежденной к Первой мировой войне и имела проблем всех государств, с которыми она имела границ, рубеж. Да. Так что, да, вы, Александр, в общем, я на ваше мнение, что да, такое противостояние было сильнее, чем идея объединения. Вот и почему идея Междуморья так и не была реализована на самом деле в политической реальности. Да, понятно, спасибо. Коллеги, еще у кого-то есть вопросы или мнения, какие-то комментарии, пожалуйста. У меня есть, Ольга Евгеньевна. Да, Татьяна Васильевна, пожалуйста. Спасибо большое за любопытный доклад ваш. И очень важно, что мы услышали точку зрения именно болгарскую. Но у меня такой вопрос. Вот многие исследовательские центры, ну, понятно, что особенно в Прибалтике их много, в этих странах, они говорят об экономических успехах этого проекта. Ну, речь идет и об электрификации, об энергетике, там связи, транспорт. Вот есть ли у вас какие-то данные, так это или нет? Действительно есть экономический эффект или все же его нет? Спасибо. Насчет, что страны Балтии так думают, ну, здесь никакой экономический эффект не ощущается. Здесь такой эффект нет. Наоборот, мы все больше и больше не слышно, да, что-то со связью? Да, я тоже не слышу, к сожалению. Войн, вы нас слышите? Вы пропали. Зависло, да, изображение и звука нет. Войн, вы нас слышите? Мы не услышали предыдущий ваш ответ, потому что пропала связь.
не было звука, изображение тоже зависло. Вы не могли бы повторить то, что вы сказали? Вот сейчас мы вас слышим. Да, да, извините. Я хочу сказать, что здесь никакой экономический эффект не виден. На самом деле в Болгарии. Ну, наверное, там в стране Балтии есть какой-то интерес и каких-то реальных инвестиций, потому что все-таки это граница, прямая граница с Россией. Наверное, там какое-то что-то есть. Но здесь нет, наоборот, мы тянемся к дну все больше и больше. И та фантастическая, это фантастические 650 миллиардов евро, это до обыкновенного человека они не могут прийти, потому что это своеобразная взятка для политического элита везде в этих государствах. Да, понятно. Да, что касается... если будут каких-то проектов, например, здесь говорится, какая-то там магистрала из турецкой границы до румынской границы, то все деньги будут для политической элиты, их строительные компании. Спасибо. Понятно, да. Ну, что касается стран Прибалтики, то у них даже до сих пор ведь общие электросети с нами, с Россией. Поэтому они очень зависят от российских поставок напрямую, потому что это старые еще советские сети. И там, конечно, речь идет о том, чтобы сделать автономными от России эти сети, переключить их на другие источники. Однако все затраты, насколько я знаю, планируется возложить на сами эти страны, а денег у них нет. Поэтому проекты эти есть, но реализоваться они пока не могут, поскольку эти страны, которые, элиты которых и хотели бы отделиться от российских энергосетей, не имеют средств эти проекты осуществить. Вот, насколько мне известно, ситуация такая. Тут у нас еще вопрос в чате от Татьяны Георгиевны. Какова роль Болгарии в экономических проектах Приморья, если они как-то касаются Болгарии? Ну, я думаю, уже сказал, здесь никакого экономического ощущения от пользы Приморья нет. Никакой проект не реализован, поскольку публично. Ну, наверное, да, может быть, кто-то брал что-то, но публично это не говорится. Конечно, это не народ, это не люди, не обычные люди, это представители элиты. А, кстати, позвольте мне, Ольга Евгеньевна, сказать, что у нас тоже самая ситуация. У нас, вы знаете, один АЭЦ, атомная энергетическая централа в Козлодуе. Ну, там русское ядерное топливо. Ну, сейчас наше правительство, которое, конечно, прозападное, пытается заменить это ядерное топливо на американское ядерное топливо. Ну, это советские реакторы. И это обойдется болгарскому налогоплательщику миллиарды. В та ситуация, в которой мы тяжелая экономическая ситуация, в которой мы находимся сейчас. В общем, чтобы узнать о настроении нашей политической элиты, надо смотреть две вещи. Где их деньги и где учатся их детей. Совершенно верно. Не могу с вами не согласиться. Вот эти два обстоятельства, они для всех политических элит современного мира имеют решающее значение. Где их деньги и где их дети. Да. Это касается и российской элиты, и украинской. И элит балканских стран, в Болгарии, я тоже знаю хорошо, что многие представители образованных болгар и имеющих какие-то деньги своих детей уже в период обучения в школе ориентируют на отъезд из страны куда-то за границу, учат специальные языки, выбирают вузы, где они будут учиться, где будут потом учиться их дети. Так что это, конечно, очень... Такие характерные маркеры настроений политической элиты. Где их деньги и где их дети. Тут вы абсолютно правы. Прямо в точку. Это, конечно, так оно и есть, к сожалению. Коллеги, еще какие-то есть у кого-то мнения? Пожалуйста. Может быть, у наших греческих коллег есть какое-то мнение
по этому проекту? Да, пожалуйста. Здравствуйте, спасибо за интересный доклад. Греция, скорее всего, в Греции про этот проект практически никто его не обсуждает, и он не представляет, скорее всего, интереса как в обществе, так и в политическом сообществе. Но мне вопрос к Войну относительно, вот он говорил, разница в политической модели и противостояние России. Да, об этом можно говорить, начиная с начала 20 века. Но с эпохи Петра Великого о каком политическом противостоянии политических моделей можно говорить, когда Россия фактически полностью приняла европейскую модель и развивалась в рамках этой модели? Ну, извините, как ваше первое имя? Меня зовут Агафангел. Агафангел, очень приятно познакомиться, хотя и через интернет очень приятно. Ну, знаете, я это знаю, мои познания по этой части русской истории, это часть моя общая культура, я не специалист. Но поскольку я знаю, хотя во время Петра Великого очень виден процесс вестернизации России, все-таки Россия остается православное государство. Причем весьма консервативно, я так думаю на самом деле. Но можно ли противопоставлять православие, допустим, Западу и Европе? Почему, допустим, мы Запад, неужели мы Запад точно четко ассоциируем с католицизмом, а не с более широко? С Мартина Лутера, учением Мартина Лутера, например. Ну, я хочу вам напомнить одну реплику, которую сказал видный греческий мыслитель, когда были последние дни Константинопа как столица Византийской империи. Я предпочитаю увидеть турецкий тюрбан на Святой Софии, нежели католическую миту. Так? И это сказали религиозные деятели, а можно сказать, что свет образованный весь уехал как раз-таки на Запад, в Венецию. На Запад и в России. Я думаю, что племянница византийского императора женилась на Иван III, да? Ну, в Россию намного меньше, чем... Да. Но все-таки они перенесли этот модель, и Россия его восприняла. Из тех времен она для меня, конечно, это не обязательно, это только мое мнение, она является именно этот альтернативный взгляд на общество, на все, которое находится возле нас, на восточный менталитет, восточный православный менталитет. И является естественным конкуренцией с Западом, католицизмом, а потом и протестантством. И, кстати, православие до сих пор остается весьма консервативным на фоне католицизма. Ну, видите, мы в Болгарии, это тоже тема, которую можно обсуждать, и это до сих пор не приняли Стамбульскую конвенцию. А вот в Греции вы приняли, например, в Сербию тоже приняли, это православное государство. А здесь Конституционный суд признес, что Стамбульскую конвенцию это нарушение болгарской конституции. И здесь мы не приняли. Мы остались весьма консервативными в этом отношении. И слава Богу. Ну, в мировом порядке идет борьба между понятием, для меня, конечно, это мое мнение, хочу подчеркнуть, идет борьба о том, кто человек. Да, кто человек. Что есть человеком на самом деле? Я предпочитаю модель, где мужчина есть мужчина, женщина есть женщина, а семья – это семья. Вот я это предпочитаю. Этот модель жизни. Этот модель жизни, к сожалению, не предоставляется Западом. Напротив, вы хорошо знаете, что нам говорят каждый день из телевидения. Ну, видите, проблема заключается в том, что вся, скажем так, весь вот представление
все антизападные представления, они очень узко концентрируются именно на вот проблемах, о которых вы сказали, там третий пол и так далее, и так далее. Но при этом огромное количество плюсов, которые есть на Западе, о них, конечно же, собственно, это опять же, это политические модели, права, общество и так далее, и так далее. О них в России, как правило, не говорят. И вот эта альтернативная модель, о которой вы говорите, там как раз-таки вот эти части, вот эти составляющие, они намного, намного в худшей форме, чем на Западе. И когда мы говорим о противостоянии, опять же, допустим, Запада и Востока, и тот факт, что большая часть постсоветских стран стремится к западной модели, даже просто взять не только постсоциалистических, но даже и постсоветских. Если посмотреть, можно четко наблюдать тенденцию даже в странах Центральной Азии, когда уже они фактически свой взгляд с России переводят на Америку. Вопрос-то заключается в политической модели. Вот политическая модель. Задавался ли кто-то вопросом, конкурентна ли политическая модель российская в отношении, допустим, против той же самой западной? Что она может предложить, помимо вот этих самых отрицания третьего пола и так далее? А вот почему, собственно, элиты выбирают обучать своих детей и держать свои финансы, опять же, в том же самом Западе? Вот на вот эти вопросы какие ответы? Ну, я могу ответить за вас на ваш вопрос с вопросом, а что предлагает Запад? Это консоматорское общество. При всем при этом общество этих стран выбирает ту модель как раз-таки. Не общество, элитов. Я сказал, что думаю, что никто не спрашивает обычного человека. Ну, здесь это я не согласен, элиты, потому западные. Здесь я могу с вами поспорить. Вот возьмем случай Армении, которая очень большой период времени, фактически ее элиты были пророссийскими и шли в фарватере пророссийской политики. То же самое, допустим, было с Грузией до 2000 года. Но что получается? Есть четкая связь между этими самыми политическими элитами и социально-общественно-экономическими проблемами в странах. И как только меняется, вот, на примере Армении, были, вот вы как считаете, выборы, которые произошли и на которых был избран Пашинян, они как, действительные, или это тоже все-таки так было все подстроено? А вы, это как человек, который живет, народа. Живет в весьма интересный регион, как в Балканах, я думаю, очень хорошо знаете, как производится здесь выбор. Это то же самое там. Вы что думаете, что у нас и у вас в Греции все так честно, да? Я не думаю. Коллеги, видите, мы перешли уже в такую глобальную плоскость. Другой разговор, да. Да, цивилизационную плоскость. И здесь, конечно, очень много всяких аспектов и много разных точек зрения. Хотя я бы обратила внимание на то, что современная политическая модель России не является чем-то уникальным. Именно как политическая модель, она вполне западная. Ничего здесь специфически российского-то нету. И специфика не в этом заключается. Вот, так что вполне западная модель. Как знаете, была дискуссия у нас как-то в университете, и между двумя дискутирующими сторонами тоже прозвучал такой аргумент: западный, не западный. Один коллега сказал: я не признаю этих ваших западных современных мыслителей, я последователь Маркса. А Маркс, ему сказали, что восточный разве? Так что у нас здесь тоже, понимаете, не Восток, а своя специфика, а политическая модель вполне западная сейчас, да, в том, России. Другое дело, как
какова модель и каковы практики, социальные практики, политические практики. Вот пример Болгарии, который нам сегодня воин разобрал, это, конечно, очень показательный пример и в разных отношениях и для Балкан, и для стран постсоветского пространства. Вот, что касается выбора, который мы делаем, ну, все мы люди. У нас есть СМИ, у нас есть пропаганда, которая нас массированно обрабатывает ежедневно. У нас есть политические элиты, у которых этот выбор определяется еще и разными материальными факторами, а не только СМИ. Так что здесь, наверное, все очень непросто. А что касается инициативы «Триморье», то это довольно интересный проект. Видите, в Греции об этом почти ничего не знают, не обсуждается широко на общественном уровне. Болгария, которая в него вовлечена, здесь элита интеллектуальная, а не политическая, обсуждает его гораздо более заинтересованно. Что касается России, то в России проект этот тоже не обсуждается. О нем мало кто вообще знает, мало кто слышал. О нем не пишут СМИ, и в научных работах он тоже слабо отражен. Я думаю, именно потому, что он не имеет серьезной экономической составляющей. Мне так представляется. Поэтому, видимо, в нашей стране и не вызывает такого интереса. Тут у нас еще были вопросы в чате. Сейчас посмотрим. Усиление международного влияния Турции. Как воспринимается сегодня в Болгарии? Вопрос не по теме доклада «Войн». Вопрос потому, что вы представляете болгарскую науку. Это вопрос от Александра Сергеевича. Влияние Турции в Болгарии очень велико. У нас очень большая турецкая партия, партия турецкого меньшинства здесь в Болгарии есть. Эта партия гораздо серьезный политический субъект. Причем это довольно объективное обстоятельство, потому что 10-12% от населения Болгарии являются турками, а может быть 15-16% являются мюсюлманами. Так что у нас есть такой объективный факт, что да, есть огромное турецкое влияние через партию болгарских турок, но никто не знает, что будет с нее, когда ее лидер Ахмет Даган уже не будет заниматься с активной политической деятельностью. В общем, она может быть распадется на несколько частей. Это весьма опасно, потому что одна из этих частей, наверное, будет брать на политическое вооружение идеи радикального ислама. Для этого есть большая вероятность. Но в Болгарии не только большое политическое влияние Турции через движение прав и свобод, это название турецкой партии, здесь очень большие турецкие инвестиции, особенно в так называемые районы, где проживает именно турецкое меньшинство. А так что с экономического и политического точки зрения влияние Турции у нас достаточно велико. Но не столь велико, как, например, американское. Такая есть тенденция, да, что с времени турецкое влияние уменьшается на счет, конечно, американского влияния и американское давление на нашу страну. И даже, извините, что так еще несколько слов хочу сказать, а даже уже турецкая партия обратила свой взгляд именно на американское посольство, а не на турецкое. Да, это очень интересное обстоятельство. Потому что я читала о том, что турецкое посольство в какой-то момент открыто поддерживало, то есть какие-то были пиар-акции, особенно перед выборами, призывая болгарских турок голосовать вот за конкретных там кандидатов. А сейчас, значит, все-таки больше ориентация на
посольства Соединенных Штатов. Это интересная тенденция. Не только этого. Вы знаете, что после так называемой большой экскурсии, 1989 год, в Турции проживают очень много турок из Болгарии. И они имеют право голосовать на выборах для болгарского парламента. Да. И турецкое государство организовывает этот вот. Причем вне голосования, если вы покажете болгарский паспорт в городском транспорте Стамбула, например, вы будете ехать бесплатно. Потому что вы едете в избирательный пункт. Да. Так что это очень хорошая иллюстрация, как Турция, каких инструментов у Турции есть для давления на Болгарию. Да. А причем во в то состояние, в котором находится наше государство, оно, я вас уверяю, очень плохое. Если Эрдоган пустит, например, там 3 или 5 тысяч беженцев на болгарской границе, то у нас будет политический банкрот. Скажите, пожалуйста, Войн, а вот эти турки болгарского происхождения, которые уехали в Турцию тогда, ну, я не знаю, насколько это достоверно, что, во-первых, около половины из уехавших вернулось все-таки в Болгарию, это вы подтвердите или опровергнете, а вот те, которые остались в Турции, они поддерживают связь с Болгарией, с какими-то своими соплеменниками, оставшимися в Болгарии? Или им только в день выборов напоминают о том, что неплохо бы пойти проголосовать? Или у них все-таки есть какие-то контакты? Ну, знаете, разное дело. Разные люди, разное дело. Некоторые поддерживают связи здесь со своими родственниками в Болгарии. Некоторые даже не говорят по-болгарски уже. Их дети, конечно, не говорят по-болгарски, которые родились там, в Турции. Некоторые, да, вернулись здесь, в Болгарии, после перемены, политических перемен, но потом ушли там, на Запад. Когда Болгария стала частью Европейского Союза, и так, в общем, Европа открыла свои границы для нас, очень много ушли в Европу, но я думаю, что их жизнь не различается много от жизни, которые они вели в Турцию или в Болгарии. Потому что, да, я тоже был там в Западной Европе. Да, заработные платы более высокие, чем здесь у нас в Болгарии. Это видно с первого взгляда, но все там, ЖКХ и так далее, стоит больше, чем в Болгарии. Понятно, спасибо. Коллеги, еще какие-то вопросы есть или реплики, пожалуйста? Я не всех вижу, может быть, потому что у меня тоже мобильная связь, может быть, я кого-то не вижу, кто-то хочет высказаться. Очень интересное у нас сегодня получается заседание, которое из локального аспекта современной политики перерастает в более глобальные. Хочется задать много вопросов, но эти вопросы не касаются напрямую вашего сегодняшнего доклада, Войн. Хочется надеяться, что у нас будут еще встречи, и мы сможем еще задать много вопросов и обсудить многие сюжеты научные, которые нас интересуют. Сегодня, если все сказали, написали, спросили, наверное, мы тогда будем наше заседание завершать на сегодня. Еще раз спасибо, Войн, за ваш доклад, за дискуссию. Рады были вас видеть. Спасибо всем присутствующим, всем, кто к нам приходит. Тогда будем на сегодня прощаться. Всего хорошего. Запись нашего заседания обычно выкладывается на сайте через 1-2 дня. Так что если кто-то что-то упустил или хотите кому-то рекомендовать, посмотреть, то пожалуйста. Тогда спасибо, на сегодня вам. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Пока. Всем.